Кью-поп-индустрия у нас молодеет не по дням, а по часам. Вот, например, группа Youngsters, самому старшему участнику которой 12 лет, представили свой новый, второй по счету клип на песню Better. Это очень волнительно, так как мы хотим показать с лучшей стороны, но и в то же время не хотим себя завышать как-то. Мы те же люди, как и все. Неважно, кто ты. Мы любим Youngsters. Неважно, кто ты, там высокий артист или низкий артист. Мы все соединяемся одним тем, то, что мы люди. Youngsters, к слову, уже давно обзавелись своей аудиторией и заручились поддержкой старшего поколения кью-поп-артистов. Они, кстати, собрались на презентации, дабы лично поздравить молодежь. Молодцы, мне понравилось. Песня хорошая, Еско красавчик. Я ему сказал это уже, да. Клип классно сняли, декорации мне понравились. Да, декорации, это все вот, интересно так сняли. Причем такое активное продвижение Youngsters в сфере кью-поп индустрии заставило ребят задуматься над тем, чем они занимались в возрасте 12 лет. Ну, не знаю, это же дети, как бы на детей всегда у тебя такая реакция положительная. Да, приятно. Вот, да. В их возрасте я футбол играл. У Youngsters, кстати говоря, есть и личные профессиональные учителя в лице группы EQ. Дети, они как губка. Они слушают все, что мы им говорим, и доносят народу. С каждым днем они становятся все лучше, профессиональнее. Тика обучает их хореографии, и я пишу песни. Они очень круто выполняют свою работу. Это кью-поп, и мы хотим кью-поп развивать. Развитие кью-попа, кстати, не без гордости отмечают все, кто присутствовал на презентации клипа Youngsters. Я рада, что появляются разные категории групп, да, и тинейджеры, и как бы и для постарше зрителей, слушателей. Как бы сказать, места хватит всем. Я очень рада. Пусть развивается дальше и пополняются новыми группами. Не поддержать Кинже в сия кью-поп ворлд было бы поистине кощунством, согласитесь? Я поддерживаю в любом случае, потому что это наше будущее. Если они уже с первых шагов начали делать качественный продукт, качественную музыку, снимать качественные клипы, это означает, что это прекрасно, значит, в будущем будет еще больше радовать нас. Причем на выпуске еще одного клипа ребята явно останавливаться не собираются. Мы уже хотим переступить на более серьезный уровень, хотим делать более все качественное. Ну а посмотреть новое видео Youngsters на песню Better вы можете прямо сейчас на новом детском YouTube-канале Tanikey.